предстоящему футбольному матчу в Ярославле готовятся и полицейские. В четверг нашинники прошли учения по пресечению массовых беспорядков. На стадионе собралось более 1300 сотрудников органов внутренних дел, ОМОН, СОБР, подразделения вневедомственной охраны, отдельный батальон патрульно-постовой службы. Отрабатывались умения организованно действовать в составе подразделения, используя различные построения. Особое внимание уделялось четкости и слаженности. За учениями на месте наблюдал начальник регионального УМВД Николай Трифонов. Планируется около 15 тысяч участников, болельщиков для просмотра матча. Ну и, соответственно, принимаются все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности.